Охренеть, шатури рысь. Я офигеваю. Я сначала не верил, что в шатуре есть рысь, а вот она ходит. Это рысь. Ага, рысь, рысь. Офигеть. Честно говоря, у меня что-то сомнения какие-то. Но походка рыси. Я сейчас подъеду туда поближе, посмотрю следы, где она и шла. Если я сейчас тихо подъеду, машина у меня тихо работает. Не знаю, она услышит, не услышит, подойти. Там будет поворот. И напрямую, если она никуда в сторону не ушла, а там везде вода, я ее могу увидеть. Ну я офигел, блин. Я сначала думал, что это пума. А это не рысь. А может и пума, фиг ее знает. В России что хочешь, можно ожидать. Она вот тут была, вот сюда она ушла. Вот ее рысь, следы. Да, это рысь, рысь. Вот ее следы. Вот она и шла. Вот. Блядь, я запах какой-то непонятный специфический. Вот ее следы. Только что и шла. Вот она сюда ушла. Взяду машину. Это еще кинется. Еще может закрыть. Она по-любому уже смылась. Может, она не боится людей, может, где-нибудь встала. Сейчас посмотрим, но следы он видно. Она или вправо, может, ушла сюда. Проще будет с машиной. Нет. Где-то ушла она. Нету ее. Народ, забегая наперед, я уже еду домой. Расскажу, потому что у меня сейчас впечатления такие, это ужас, я весь на эмоциях. Собираюсь уже домой, значит, лодку собрал, спиннинги, все, уже укладываю машину. И выхожу, да, дорога такая идет, прямая. Ну вот она, вот такая прямая, только идет к озеру Великое, где охочусь всегда весной, осенью на уток. И смотрю по дороге, так, ну, метров три, за 300 точно, идет лисенок. Думаю, да, его сниму на камеру. Увеличиваю, приближаю. Я сначала охренел, грубо говоря, так сказать. Я сначала подумал, что это пума. Но потом, пока посмотрел поближе и, блин, почетче, рыси хвост маленький, и понял, что это рысь, оказывается, а не пума. Ну, цвет такой, как пумы. Ну, фиг ее знает. Я еще сейчас еду в машине и это видео записываю. Не знаю, еще надо посмотреть на ноутбуке, что там покажет. Получше будет видно.
как бы я не знаю, что там записалось, но это точно не лисенок. Ну, пума мне как-то маловероятно, но рысь это 100%, потому что я снял еще и следы, лапы от следов, следы от лап здоровые, там, блин, как рука моя, наверное, в полруки. Может, я увеличу, но потому что я сейчас на эмоциях, на адреналине, на таком. Я сначала хотел за ней пешком пойти, потом понимаю, что не дай бог сейчас пойдешь от машины, она кинется тебе, вцепится в спину или еще что, поехал на машине. Ну, естественно, убежала она. Ну, следы посмотрел. Ну, там некоторые фрагменты есть, что я четко заснял, что идет. Она ко мне жопой шла спиной, от меня уходила, удалялась. И я как раз ее заснял. Ну, в целом, смотрите, как было все происходящее мое видео. Как я плавал на озере, как я отжарил ребра кабана. Так что смотрите мое видео до конца.